Так. Что делать? Давайте сейчас сенсорную кинем. Что, никого не задел, что ли? Вот сюда им кинем. А, он там еще. Офигеть. А, боеприпасов не осталось. Ну, то есть они не бесконечные, да. Просто. Ладно, берем это. Смотрим, что. Отходим, отходим. Да сдохнешь ты уже. Пишет урон, когда проходит, тоже пишет. Это круто. Так, только вот. Опять не видно никого. Ладно, давайте сделаем вот так. И забежим сюда. Стой, 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 подожди, я с тобой еще не закончил. Условное местечко. Местечко. Ну куда-то попробуем. Круто, по-моему, да, пушечка? Ты попасть не мог. Как осколочный кинуть? Или это и есть осколочный? Ё-моё. Блин! Вас убили, убила граната. Так я подбежал, он покраснел мгновенно. Это, походу, наш чувак кинул, я подорвался. На гриме, на... Да, походу так все и было. Так, а грен тут нет? Боезапас, ящики какие-нибудь. Ничего, да? Чтобы... А, ну круто. Так, ну чё, куда нам? Снимаем танкоподобную машину или турель, что это. А, и... Нашел. Чтобы... А, ну вот. Отлично. Ой, это же враги. Кидаем. Вот так вот. Просто в наглую стоим здесь. Простреливается? Да, простреливается. А, он тут еще живой. Все нормально. Кто еще? Подрывник один, мы здесь. Надо двигаться. Фига их там. Еще давай туда. И давайте за боеприкасиками, хотел сказать. С боеприпасами сходим. Все, и давайте в путь. Я отстал, да? Так. О, рыбки плавают. Нам нужно найти подрывников. Митчелл, сюда. Почему я оружие убрал? А, ну все ясно. Там пусковая установка Хава. Подрывники должны быть рядом. Вон там! Черт! Убиты! Так. Так.
Я вижу их взрыв-пакеты. Мы сможем справиться сами. Сэр, мы не подрывники. Нет, мы не подрывники. Но если мы будем ждать следующую команду подрывников, пусковая установка успеет сменить позицию. Я заберу заряды, сэр. Просто прикройте меня. Уверен, вы? Да, я справлюсь. Хорошо. Митчелл, пойдешь с Айронсом. Возьми эту хрень. Мы тебя прикроем. Ну, начнем. Так, я даже не успел задание прочитать толком. Что-то возьмите. А что взять? Стоп, а что делать-то, я не понял. Так, кажется, я начинаю въезжать. А, значит, вон там у нас чувачок был. Поднять, да? Ну, сейчас мы сделаем вот так. А чё она не замочила его? Классный автомат, по-моему. Вон еще один. А, ну мы им сейчас туда... Ловите! Ты летишь? Нормально. Так. Ах ты засранец. Вон они как далеко. Все замочили или что, не пойму. Так. Чё тут? Ё-моё. Офигеть! Вот это я зря. Да. Что-то не вошел еще во вкус. Чуть такой. Ладно, еще раз давайте. И коли здесь есть боеприпасы, давай вот так вот закидаем. Люблю. Чё ты сделал? Все. Так, давай этого. А где еще? Откуда они спрыгнули, я чуть не пойму. Контакт. Куда ж ты, блин? Мачи, мачи, мачи. Мачи, гада. Так. А, вот еще один. Не сдох. Так. Нормально, да? Может, чисто, можно идти-то. Да, вроде заряды можно. Заряды с часовым механизмом. Берите их. Так, подожди, вот тут что-то... Ух ты, ё. Вас понял, сэр. Митчелл, за мной. Давай докажем, что эти ребята умерли не просто так. А, это гранатомет, да, я так и знал. Четыре патрона, да? А чё мочить-то кого, не пойму. А, самонаводящийся, это круто.
Погоди. Йо, нифига их там. Нет боеприпасов. Ладно, вот так вот сейчас и вот так. Круто, чё. А, только вот ящики боеприпасов. С боеприпасами, точнее. Митчелл, сюда! Иду, иду. А. Давай. Заряды. Йо, давай помогу, кнопочку нажму. Ель, чё, F. Я сломал руку. Как больно. Ну, тяни. Как тянуть? На таймер забей. Еще раз. Дергай. Нажимать, что ли, что-то надо? Уходи быстро. Митчелл. Отруби ему руку. Ну давай, прыгай. Порядок. Там увидимся. Вот так-то. Да. Митчелл! Митчелл! Космонавт, Барсук 2 ранен. Эвакуация! Держись. Не уходи. Все будет хорошо. Ты скоро будешь дома. Офигеть. А чё руки-то нет? Походу, какая-то хрень попала. Итак, 31 мы замочили. Хедшот всего один. Да ладно, убито гранатой 33. Да ладно, офигеть. Или подожди. А, нет, стоп. 50, во, все, я понял, 15. Вот, это убитой гранатой. Блин, короче, хрен знает, что это такое значит. Так, улучшение. Точки улучшения во время прохождения. Выполняет 4 вида испытаний. Убийство, хэдшот, убийство, граната и сбор разведданных. Ну, это то, что мы ноутбук видели. Очки улучшаются, можно использовать. Очки улучшения можно использовать между заданиями для улучшения вашего экзо. Экзо. Итак, что это такое? У нас 3 очка. А что, за каждый хэдшот, что ли, дают очко? Не пойму. Так, это что такое? Так, увеличить время бега. Тактический гранат. Так, ну давайте вот это качнем. А, давайте улучшить. А и... Взрыва это не надо. А вот это что? О! Так, смотрим. Так, прицел. Так, так, так. Увеличивает скорость прицеливания на 25%. Перезарядка. Так, экзоспособности. Это типа летать, что ли? Или я не очень понимаю. Так. Увеличивает здоровье. А. А, интересно. А, ну тогда давайте качнем. Так. Ну чё, почему бы и нет? Давайте это качнем и пока что все. Или нет, давайте тактический гранат. Ну все, потратили. Все просто шикарно. И идем следующее задание. Кровопролитных боев морские пехотинцы залагал, что такое. Северокорейские войска из Сеула.
Учитывая, что скоро их помощь прибывает еще одна дивизия, можно надеяться, что мир и стабильность вернутся в регион. Почему одних смерть минует, а других забирает с собой? Я так и не смог найти ответ. И все-таки смерть приходит. Рано или поздно. Когда теряешь больше 6000 людей за 4 часа, очередная смерть становится просто цифрой. Мой лучший друг погиб, а остальное было неважно. В глубине души я жалел, что погиб он, а не я. Погибшие отдали все свои долги. А живые должны платить по счетам. Сегодня мы прощаемся с рядовым Уильямом Робертом Айронсом. С человеком, служить с которым было честью для меня. Суть жизни в том, как сильно она влияет на жизнь других. Если это так, рядовой Айронс останется для нас одним из лучших. А, это тот, кем мы играли. Да. Вот так-то. Саданули нас. Садануло нас взрывом. Чё бывает? Ладно. Так, загрузка. Давай быстрей. Арлингтон. Это типа такой загрузочки тоже идет. Его будет помнить семья. Эх. Друзья, соратники и народ Америки. Все-таки он выжил. Походу. Прости, Митч. Уилл был одним из лучших. Знаешь, ты своих не бросай. Если тебе нужно... Простите, рядовой Митчелл. Я Джонатан Айронс, отец Уилла. Мистер Айронс, мы скорбим вместе с вами. Я уверен в этом. Митчелл, вы лучший друг Уилла. Вы оба пожертвовали для страны слишком многим. Это ужасная трагедия, сэр. Не просто ужасная, сержант, ненужная. Сынок, я хочу дать тебе второй шанс. Мистер Айронс, Митчелл уволен в запас, его ран... Я знаю о его ранах, сержант. У нас в Атласе есть протезы, которые появятся в армии только лет через 20. Уилл говорил мне, какой ты солдат. Ты заслуживаешь место в армии, которое достойно тебя. Подумай. Уилл не мог умереть зазря. Сержант. Ну, чё думать? Ладно, вы все знаете, что делать. Все по местам. Так и должно быть. Как-то я быстро все это произошло. Блин, как садиться, я не пойму. А, вот, мне не очень удобно. Я привык на Ctrl садиться. А тут на Ctrl почему? Блин, кого валить-то? Я что-то прослушал. У тех, что ли? Шевелить. Ага, двоих. А, вот это, видимо. Mm-hmm.